Программа поддержки Беларуси федерального правительства Германии впервые была представлена в 2001 году. Через данную инициативу федеральное правительство и сегодня оказывает содействие работе более 600 совместных германо-белорусских партнерских проектов ведения совместной разносторонней деятельности по решению социальных проблем, а также налаживанию взаимопонимания между Германией и Республикой Беларусь. Это диалоговый формат, значит, делается акцент на сотрудничестве общественных организаций вместе с государственными структурами, то бишь организациями и органами управления. И еще ее отличительная черта, возможно, по сравнению с другими международными программами, что она много работает в районах, в регионах республики. За время существования программы поддержки Беларуси в Брестском регионе было реализовано огромное количество новых, в какой-то степени инновационных проектов. Особенное внимание на Берестейской земле уделялось развитию агротуризма. Сегодня на повестке дня стоят не менее интересные предложения. На сегодня две таких идеи. Одна идея – это все-таки инновации в сфере социального обслуживания, социально уязвимых категорий населения. А вторая идея – это устойчивое развитие, наиболее слаборазвитых регионов нашей области, потому что агрогородки есть там, туда доходят ресурсы. Много мест в нашей стране, в нашей области, которые пребывают в таком состоянии не очень развитом. Да, и мы хотели бы им придать новую жизнь. Встреча показала, что у берестейских руководителей есть огромное количество новых креативных и полезных проектов, которые будут интересны не только белорусской, но и немецкой стороне. Следующее информационное мероприятие, на котором станут известны конкурсанты на участие в инициативе, пройдет уже 27 мая.